Всем добрый день. Сегодня 5 августа 2021 года, и наши чихуашечки из яселек передают вам большой привет. Желают хорошего настроения, приятного аппетита, кто кушает. Малыш Стич передает мамочке привет. Ванесса, наша девочка, всем передает привет. Красавица Жанетта всем передает привет и мамочке своей. Малыш Шекспир. Красавчик. Кто тут? Мадера. И все-все-все. И все-все-все. Малыши кушают. Ежевичка мамочке тоже передает привет. Вот она вся тут охраняет миску. Понятно? Вот такие вот у нас две дерзкие собаки. Это Ежевика и Никола. Вот эти две мини. Вот чем меньше собаки, тем они вот такие вот характерные. Амиго подошел покушать. Ну, детки, 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 мои конфеточки, мои солнышки сладкие. Девочки, сладкие солнышки. И мы там все начесываем. Тут прохладненько у нас так хорошо. Сейчас детки нагулялись. Вот таким аппетитом покушали. И будут спать. Вот такие вот у нас дела. Антарктида. Эй, ты, Никола. Все, ребяточки, всем пока. Ждите наши новые видео. И единственное, хочу напомнить, да, мой зайчик, что вот этот малыш забронирован, Стич. А свободный у нас красавчик Никола. Красавчик Шекспир. Вот этот бровястый чудесный малыш. И длинношерстная Мига. Вот он кушает, который светлее, которая потемнее. Это наша Антарктида. И вот там мордашечка кушает маленькая. Все, не будем детям мешать, пусть кушают. Всем пока.